Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся на нечетной стороне улицы Батурина уже через 2 недели. Изменения коснутся отрезка дороги от дома номер 4 до проспекта Ленина. Решение в управлении благоустройства объяснили намерением снизить аварийность этого участка и увеличить его пропускную способность. В соцсетях изменения активно обсуждаются. Горожане причину запрета видят в здании областной думы, расположенной здесь. Так или иначе, а знаки появятся уже 3 марта. С 4-го, как обещают в администрации, участок будет патрулировать наряд ДПС. С выездом на место мной лично было, так сказать, определены мероприятия, которые необходимо выполнить, чтобы улучшить данную ситуацию на этом участке. Потому что увиденное, так сказать, привело в шок о том, что по такой широкой улице, во-первых, осуществляется неправильная парковка транспортных средств, особенно по нечетной стороне улицы Батурина, тем самым создавая заторовую ситуацию. То есть визуально было видно, что даже два легковых автомобиля не могли разъехаться.